Всем привет, особенно к моим подписчикам. Мне в руки попался каталог культовой бронзы зауральских металлургов раннего железного века Андрей Борисович Пименов. Вышла Екатеринбург, издательские решения. Это уникальное издание, конечно. Уникальное. Похоже, такого издания еще не было. Иткульская археологическая культура. В частности, у нас на Среднем Урале очень мало находок, как бы считает, от древних цивилизаций, да? Каталог богато иллюстрированный. Находки в основном находятся в частных коллекциях, о чем пишет автор. Зеркаловидные бляхи южной части Иткульского ареала. Значит, идет описание с фотографиями, с масштабами. В частности, автор пишет, что книга является каталогом ранее неизвестной бронзовой пластики иткульских культур. Автор попытался собрать информацию обо всех ранее не опубликованных артефактах, принадлежащих этой археологической культуре раннего железного века Среднего Зауралья, находящихся в различных частных коллекциях. Артефакты подразделены на группы, даны их общие некоторые индивидуальные характеристики, рассмотрены версии их значения в виде предположений, высказаны рассуждения о культовых ритуалах, в которых использовались эти артефакты, и о мировоззрении древнего общества иткульцев. Кроме того, сделаны предположения о причинах развития и угасания иткульской археологической культуры, ее экономических и культурных связях со смежными культурами. В книге также проанализирован и опубликован ряд экспонатов Государственного Эрмитажа Санкт-Петербург, относящийся к эпохе раннего железного века Среднего Зауралья. Издание может быть полезно специалистам в области древней истории и культуры, археологии, а также всем, кто интересуется древностями. То есть у нас тут, в частности, даже на нашем Среднем Урале, еще, наверное, со времен нашего сказочника, писателя Бажова, есть у него описание, что находили раньше люди. Ну, бронзовые фигурки. Сейчас, конечно, наверное, можно было предполагать, для чего они, зачем они сделаны. Но каталог, конечно, человек потратил, видимо, много времени, чтобы это все систематизировать. Он, конечно, как я слышал, не является археологом, у него совсем другая профессия, но такие вот вещи могут попасться в земле матушке от древних цивилизаций. Очень интересная тем, кто интересуется каталог. Такие вещи, оружие, что-то там, какие-то бляхи, зеркала. Ах.
от авторов, значит, выражая свою признательность всем, кто вдохновлял меня на создание этого каталога, или каталога, так, всем близким, кто поддерживал меня, благодарю сотрудников Государственного Эрмитажа и Южноуральского отделения Института истории и археологии Академии наук за поддержку и помощь советами, а также всех, кто представил возможность сделать снимки артефактов и дал исчерпывающую информацию об условиях их находки. Хотелось бы подчеркнуть, что некоторые вопросы семантики, понимания культовых ритуалов и мировоззрения древнего общества выведены на основании как самих древних артефактов, так же и условий их находки, является хотя и обоснованным, но все же личным мнением автора. Я всегда готов к дискуссии и обсуждениям, а также готов дать посильный ответ на все интересующие читатели вопросы по адресу электронной почты. Так, сейчас попробуем сфокусировать. Что-то. Ну вот вроде фокус. Электронная почта Пименов. Ну, сейчас я еще немножко пролистаю всем, кто интересуется. Вот такие вот блинчики. Материала, видимо, сырье. Потом это все отливали. То есть это был материал, так, вот и копье. Так, особенности иткульских металлургических технологий. Ну, идет описание. Литые солярные амулеты. Такие фигурки. Найдены птицевидные орнитоморфные фигуры. Каталог довольно-таки толстый. Всем интересующимся, я думаю, будет интересно. Как тут написано, что иткульская археологическая культура, по данным большинства авторов, существовала с 17 до 3 века до нашей эры. Чтобы ответить на вопрос о происхождении иткульской культуры, нужно отступить во времени назад в эпоху средней и поздней бронзы, то есть 18-12 века до нашей эры, рассмотреть, какие народы существовали, сменяли друг друга, эмигрировали на территории за Урале в те времена. То есть вообще это у нас на Урале, как бы, в основном у нас что говорят, что были там Демидов, и все. А здесь были, в общем-то, финно-угорские племена первые. Вот это как бы их культура. Ну, вот такой обзорчик. Еще раз вышел каталог, значит, культовые бронзы зауральских металлургов раннего железного века. Иткульская археологическая культура. Каталог. Кому интересно, могут связаться с автором. Адрес я электронный. Всем удачи в познании истории.
Такая интересная книженция.